Este. Ani este. Сударь, может, вы изволите выглянуть из своего замка? А? А это вы, профессор? Итак, все 5 лет. Не пора ли, батенька, и на воздух? Раз, два, встали. Профессор, ой, еще одну главу. Не уступлю ни одной строки. На белый свет из тьмы веков. Горячего заказали, а то ходите целую неделю. Или пересели бы за другой столик.
девушка – это вы, бегущая по волнам? Это русалка. Афродита. Она вышла из пены морской. Афродита, прошу интервью. О, простите. Вы умеете готовить пельмени? Ваня! Ваня! Ванечка! Ваня Нептун! А он, наверное, умеет готовить пельмени. Ребята, в чем дело? Ванечка, вот они хотят взять у меня интервью. Это уже интересно. Кто? Вот этот. Журнал «Мурзилка», вот «Коневодство», а ты? Этот тоже. Ваня, и вот эти два. Извините. Разрешите вами восхищаться? Ваня, ты слышишь? Мною хотят восхищаться. Я наблюдал за вами 7 дней и пришел к выводу, что вы меня достойны. Я наблюдаю за тобой 7 секунд и пришел к выводу, что пора... Ваня! Ну, Ваня уже. Подожди. Значит, вы считаете, что я вас достойна? Интересно, почему? Я без 5 минут доктор наук. Вы представляете в мои молодые годы? Ваня. Кандидат наук? Нет пока. Я готовлюсь в аспирантуру. Но все говорят, что для меня это просто формальность. Ваня. Какой вы молодец. Правда? Конечно. Вы так считаете? Конечно. Если вас интересует некоторый аспект возникновения гончарного искусства древних славян, я бы вас мог проводить. Я всю жизнь мечтал об этом искусстве, о гончарном Ваня. Именно. Ну, Ванюша, ты знаешь, гончарное искусство занимает важное место в культуре древних славян. Ну, я же не знал. Ну, иди, одевайся. Подождите меня, я сейчас. Ждем. Да. Молодой человек, я должен вам сказать, что я намерен ее проводить. И разговоры бессмысленны? Да. Ну, тогда... Вот. Ты опять за свое. Да. Вам плохо? Ну, Ваня. Да я ничего. Ну, товарищ стоял, вдруг решил отдохнуть. Ну, может быть, устал. Ну, так как, отдохнули? Да. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Бросай все и приезжай в салон для новобрачных. Куда ты сказала? В салон для новобрачных. Зачем? Ну, приезжай, узнаешь. Это что? Сюрприз? Во! Сюрприз. Приятный. Во! Приятный. А может быть, я догадываюсь? Может быть, и догадываешься. Сколько брать денег? Да не ори! Бери больше. Асса! Держи! Ребята, как выгляжу? Прекрасно. Ну, отличненько! Ой, извините. Ну, что это?
Женюсь! Извините! Он заяц. Так зачем же спешить? Я хотела тебе сказать, я решила выйти замуж. Так давно пора! Значит, ты не возражаешь? Конечно. Ну, подожди. Здорово! Понимаешь, вот я выхожу за него замуж. Помоги нам купить костюм приличный. А то что это такое? Да. Другого товара нет. Вань, а Вань? Ванюша, ну помоги нам, пожалуйста. Ты же все можешь. Ну, пожалуйста. Здравствуйте. Я, девушка, хотел бы вам рассказать, что у меня большое-большое горе. Я люблю вот эту девушку, а она любит другого. Но не могу же я позволить своей невесте пойти в ЗАГС с таким костюмом. Другого товара нет. А что вы делаете вечером? Я хотел бы вам рассказать про свой богатый внутренний мир. Итак, в 9 кинотеатра Колизей. Может быть, на складе посмотреть? Угу. Подождите минуточку. Мистер Северов. Будущий академик Нестор Северов, правда? Слушай, а его кому-нибудь удалось закадрить? Неприступная крепость, убежденный холостяк. Здравствуйте, Нестор Петрович. Здравствуйте. Говорят, у вас появился новый конкурент? Да. Учитель школы. Ну, это же вам не соперник. Безусловно. Желаю успеха. Спасибо. Полина? А ты что здесь делаешь? Боюсь экзамен. Не беспокойся за меня. Здесь все говорят, что аспирантура у меня уже в кармане. Значит, я провалюсь, а ты так спокойно об этом говори. Так а ты здесь при чем? Да потому что я сдаю экзамены в аспирантуру. Так ты это он? Да, да, я это он. Так что ж ты раньше-то не сказала? А как ты думаешь? У меня есть шанс обойти тебя. Тебе сказать правду? Ну, если ты меня любишь, ты скажешь мне правду. Ну, так слушай. У тебя нет никаких шансов. Знаниями я вооружен лучше тебя. К моим услугам были научные библиотеки и даже сам профессор Виктор Иванович Волосюк. Так что не трать время даром. Ступай к портнихе, шей себе платье к свадьбе. Вот я тебе сказал правду. Ну и пусть. Как гора с плеч свалилась. А ну ее, эту аспирантуру. Придет твой Волосюк, я ему все отбарабаню и...
Да я вижу, тут царит мир да любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Такое соперничество украшает науку. Профессор, смоленские полки ждут сигнала. И Константин спросил митрополича Посельского Сеньки. Отвечай. И Сенька так урек. То господине селище Поповское митрополичие у Бесеровского села Третье поле. И Константин спросил Андрейка Пелепелкина. Почему ты называешь то селище Поповское великого князя землею? И кому то ведомо? И Андрейку так урек. Ну-с, продолжим. А может, достаточно? Отлично. Иван, профессор, вы еще сомневаетесь? Спасибо. Ну-с, товарищ Весельчак, пожалуйте на лобное место. Я не задержусь. Позвольте, батенька, откуда это вы взяли? Эти, извините, данные. На эти данные ссылается академик Афанасьев. В следующий раз читайте Афанасьева повнимательнее. Афанасьев – это большая умница. Не спорь с профессором, ты не права. Профессор, страница 99-я. Теперь он утверждает совершенно... обратное. А кто же это Иванченко ПС, на которого ссылается академик Афанасьев? ПС? Виктор Иванович, она? Раскопки я начала со своими учениками, а потом ему написала. Он сам приехал. И вот теперь пересмотрел свою точку зрения. Виктор Иванович, но вы не виноваты. Это новая публикация, а вы человек занятой. Сдаюсь. Да, батенька, ты мне хоть и... Но истинно дороже. А для науки дороже истины. Отстали мы с тобой. Ничего. Придешь на будущий год. Я у тебя умница. Обошла самого Нестора Северова. Такое событие надо отметить. Считай, что это мой свадебный подарок. Или ты не рад за меня? Рад. Поняла. Подожди, я сейчас приду. Ну-ка. Thank you.
11, 12, 13, 14, 19, 20, 29, 30, 31. Что с тобой, Петрович? 32, 39, 40. 46, 47, 48, 49, 50. Все. Смятку. Да что с тобой, Петрович? Рождаюсь, баба Маня. Заново. Извините. Здрасте, баба Маня. Нет, посмотри, какой я тебе пирог испекла. Первый раз в жизни. Правда красивый? Слушай, а куда ты пропал? Я весь институт оббегал, мы тебя ждали. А какого Нестора вы имеете в виду? Тебя, кого же еще? А я не я. А кто же ты? Будем знакомы. Нестор Северов. Полина. Ты что, обиделся на меня? Вы ошибаетесь. Вы видите перед собой совсем другого человека. А-а-а. Ты другой. А где же тогда тот? Нестор, голубчик, куда же ты пропал? Давай. Нет, я... С ним уже покончено. А жаль. Славный был. Умница. Глупец. Почему? Ваш Нестор так и не понял своего истинного призвания. В чем же его истинное великое призвание? Учить детей. Кстати, он вам оставил письмо. Ох, боже мой. Да, я поступила в аспирантуру. Ну и что? Я это оскорбила тебя. Мелкий, тряпка! Это ты называешь любовью? А я-то дура! Кому я поверила? Нет. Ваня настоящий, понимаешь, настоящий. Сильный, смелый. Даже тогда, когда я ему делала плохо, он никогда не отказывал мне в помощи. Ты слышишь? Thank you.
Двойку, что ли, пришел исправлять? Так тебе и надо. Я бы вам только двойки ставила. Придут, натопчут. Это чтобы школу запереть. Так бы и стоял чисто я. Между прочим, я ваш новый педагог, учитель истории. Ой. Ой, что ж ты стоишь-то? На грязном-то. Вот. Проходи. Ноги вытри. Спасибо. Проходи. И откуда же таких зелененьких сюда присылают? Хорошенькой. А съедят они тебя тут? О, съедят! Это ж сатаны. Мы как один, ребята, хоть куда, и ко всему причастны на земле, но о себе нигде и никогда не говори в единственном числе. Хвалите нас, ругайте нас, 9-я, прекрасный класс. Хвалите нас, ругайте нас, 9-я, прекрасный класс. Куда ни глянь, пути мои лежат. Я замостил 3000 дорог и миллиард веселых киловатт, как Прометей над Родиной зажег. А я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс. А я всего один из вас. Меня зовут рабочий класс. Нам ничего не чуждо на веку. Мы на себя глядим со стороны. Мы иногда бываем в отпуску, а иногда бываем влюблены. Могу в строй, а вы в пляс. Вы любите детей? Да, еще с детства. А взрослые как дети. Только курят больше. И у взрослых семья, заботы, болезни. А так они как дети. С дисциплиной послабей. И еще взрослые пьют. Да, и пьют. И не всегда лимонад. Направление из Гуронов с вами? Да. Прошу вас. Уважаемая Полина Сергеевна, извините, это... Простите, это письмо одного моего бывшего знакомого. Понимаю. У вашего знакомого личная драма. Коварство и любовь, так сказать. Скорее, утраченные иллюзии. Знаю по себе, самое прекрасное лекарство – работа. Чего-чего... А забот в нашей семье по горло. Вам сразу же придется засучить рукава. Ребятки очень отстали по истории. Знаете что? Учитывая личную трагедию вашего знакомого, для классного руководства мы сразу же поручаем вам 9-й А. Этот удивительный, прекрасный, сумасшедший 9-й А. Мадама, по сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина. О, да. Боже мой, какое счастье! Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публичные юбки не задирать, чулки не поправлять и новыми комбинациями не хвастаться. Все должно быть шарман. Черт подери. Ну, слава богу, будет теперь хоть у кого прикурить. Серафима Павловна, а на кого он похож?
Забудьте об амурах, милочка. По сведениям тети Глаши, у него личная драма. Здравствуйте. Разрешите прикурить? С удовольствием. Я не курю, бросил. Ну вот, я как всегда в одиночестве. Извините, могу предложить холодок. Не пойдет. Как я вас понимаю, вы правы. Никотин не помогает в подлинной драме. Вы мне позволите дать вам совет опытного человека? У вас есть единственный выход. Уйти с головой в стен газет. Выход? Из чего и куда? Мы все уже знаем. Извините. Понимаю. Понимаю. Вы не можете сказать иначе. Это нам хорошо, поплакали уже легче. А вы должны бороться. Вы мужчина. Разрешите я вам представлюсь? Редактор школьной стенной газеты. Очень приятно. Кстати, чувство юмора у вас есть? У меня? Сарказм. Ну, разве вы не видите, что он прирожденный дуэлянт? Вот и прекрасно. Значит, мы немедленно начинаем борьбу с прогульщиками. Вам необходимо забыться. Нашей парусной секции требуется авторитетный руководитель. Ой, девочки, я так не могу. Этот несносный ганжа опять спрятался от меня. Деточка, милая, ну теперь ваши муки, милочка, кончились. У нас в коллективе появился мужчина. Это новый историк. Как вас будем величать? Нестор Петрович. Очень приятно. Света. Светлана Афанасьевна. Светлана Афанасьевна. Ну хорошо, церемония закончена. Теперь, Нестор Петрович, вы не были бы так любезны заглянуть в мужской туалет? То есть, зачем? Вы понимаете, вот этот ганжах, он каждый раз скрывается от Светланы Афанасьевны в мужском туалете. Ну, теперь этому мошеннику придет конец. Вы ганжа? Нет, Сидор. А мне кажется, что вы все-таки ганжа. Ладно, да, давай, друг, валяй отсюда. Нечего. Как вы разговариваете с учителем? Чего? Учи. Марш отсюда! Встать! Извольте разговаривать с учителем на вы. Сюда добрались. Негде человеку отдохнуть. Ганжа, почему вы прячетесь от меня? Что это такое? Ганжа! Как вы обращаетесь с учительницей? Спасибо, Нестор Петрович. Я сама. За мной, ганжа. Поздравляю вас с педагогическим дебютом, Нестор Петрович. Спасибо. Да. Что? Пора? Ну нет, вы не спешите, молодой человек. Это только предупредительный звонок. У нас почти как в театре. Подвинься, что встал на пути. Марьева, будь в конце концов истории. Карту брать? Будет, бери. Ага. Порядок, старик, будет история. Не грусти, новая учительница пришла. Пожалуйста. Хорошо? О, мерси. Приятно, черт подери, когда в дамском коллективе появляется вдруг кавалер.
Ну, ни пуха вам, ни пера. Спасибо. Пошлите меня к черту. Надо что, к черту? Семёна, слушай, Семёна, подожди, я могу сделать. Семёна, пошли. Здравствуйте, товарищи. Привет. Пошли, говорит, наверх. Поднимайся до утра. Здравствуйте, товарищи. Ну, здравствуй, здравствуй, проходи. Разрешите, пожалуйста. Ты новичок? Садись со мной. Вон на ту парту. Здравствуйте, товарищи. Извините. Извините. Здравствуйте, товарищи. Садитесь. Все, концерт окончен. Меня зовут Нестор Петрович. Как? Нестор Петрович. Очень приятно. Какой молоденький. Какой маленький. Кто отсутствует? Филипчук сегодня остался сверхурочным. Небось, партию в домино никак не доиграет. Супрунова в декрете. А Колтунов болен. Шея болит после командировки. Вырвался Васенька, гульнул. Походил на голове. Сейчас же прекратить базар! Кто староста? Был Федоскин звонил. Только теперь он в школу не ходит, бросил. Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваша фамилия? Леднева. А вам, Леднева, между прочим, не мешает снять шляпку. Да, мам, в помещении разрешается. Это не просто помещение, здесь школа. Как вы с женщиной разговариваете. Леднева, я вынужден буду вызвать ваших родителей. Тихо, тихо! Здесь я. Я вас не вызывал. Как же это? Вы же сказали... Что я сказал? Сними кепку. Я ей сказал. Ну да, родителей ты вызвал. Чьих родителей? Ее родителей. Так я, ты же папа. Чей папа? Ее папа. Ты что... Сними кепку. Слушай. Леднева, вы задерживаете класс. Тоже мне мужчина называется. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Всех отцы, как отцы, а ты как мальчишка, все в школу бегаешь. Тише ты, тише, тише ты, я тебе говорю, цис, я тебе говорю, тише. Ледневы, что там у вас? Цис, я говорю, это обстоятельства семейные у нас. Оставьте, пожалуйста, семейные дела для дома. Ничего, ничего. Дежурная, продолжайте. Остальные все в классе. Только я не дежурная. Почему же вы встали? Потому что я все всегда про всех знаю. Это наше справочное бюро. Тихо! Да их не угомонишь. Старосты нету. Что я Доскина нема, який с ними сробишь порядок? А что за речь у вас? Говорите на своем родном языке. Нестор Петрович, да для меня оба языка родные. Батька украинец, мать русская. Перейдем к опросу. А мы этого еще не проходили. А я буду спрашивать пройденный материал. Итак, вопрос.
Отто? Я не учил, Нестор Петрович. А вас зовут? Отто Фукин. В честь Отто Юлия Шмидта. И я Отто. Батька был полярник. С ним зимовал. Ну и реакция у вас, Фукин. Так он же вратарь. А я имею в виду канцлер Отто Бисмарка. О, який же я канцлер. Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями? Ваша фамилия? Лепешев. Гена. Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена, и прощай, родные учителя, на целую неделю. А как же другие-то? Тоже в разные смены работают и учатся. А тебе хорошо. У тебя есть силы воли. А у меня нет. Садитесь, Ляпишев, об этом потом. Итак, кто нам ответит? Генка, чего ждешь-то руку-то? Поднимай. Ляпишев скажет. Нестор Петрович. Ходишь, ходишь, школа, а потом бац! Ганжа, вы намерены вести себя так на каждом уроке? Ходишь, ходишь в школу, а потом бац! А я, может, к свету знаний тянусь. Ген, тянешься ты к танцам, понимаешь? Ганжа, как вам не стыдно? Человек тянется к знаниям. Садитесь, Ляпишев. Садитесь, Ген. Я поговорю с вашим начальством. Я вас понял. Итак, Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Все-таки Ляпишев скажет. Нестор Петрович, ходишь в школу, ходишь... Да слышали мы это, Ляпишев, слышали. Потом бас, вторая смена и все такое. Я обещал поговорить с вашим начальством. А поговорите? Вот. Форменная демагогия. А мы, между прочим, с вас пример берем. Учимся у вас. Чему? Принципиальности, смелости, находчивости. Нет, конечно, буквально во всем пример с меня брать пока еще нельзя. Нет, 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 нет. Мы брали, берем и будем брать. Хорошо, Ляпишев. Даю вам честное слово. Я переведу вас в первую смену. О, спасибо за внимание. Это из какого ж класса? Ой, это мой. Можно выйти? Ну, конечно. Мошенник. Узнал свою мать. Гол! Катя! Что, Нестор Петрович? Выйти из класса. Пожалуйста. Кто забыл гол? Ханжа! Извините, гол забил Харламов с подачи Мальцева. Ганжа, вас опять выгнали.
Итак, повторяю вопрос. Когда я впервые поцеловал Полину? Нестор Петрович, повторите, пожалуйста, вопрос. А чё? Нестор Петрович, непонятно. Ты чего? Это Полина, Нестор Петрович, небось, такая гарная девчина, а? Какое вам дело? Разве вас волнует, что человек остался один? И что вам до того, что ему, как назло, ни в чем не везет? Вы думаете только о себе. Сухие, черствые люди. Сам сухой, сам черствый. Или, Настя, когда научишься, а? Так и будешь в школу бегать все время? Ой, да я. А можно я? Маш, ты не смотрели. Маш, ты что? А почему нельзя? Ой, а ну, позвольте. А ну, позвольте, я профессор пришел. Позвольте. Где мой? Стасик, мой. Сразу спасибо. Так, ну-ка. Так, подожди меня. Давно я Сашек в руки не брал. А ну, позволь. А ну-ка, циц. А ну-ка, циц. Не забывай, что Стасенька. Отенька, ручонку сюда. Оть, носки. Оть. Не лезь. Потуже. Я тебе сказал, циц. Не больно будет? Давненько я не брал Сашек в руки. Осторожно. Аккуратнее, держите. Не урони только. Ты что? Я сам был мать. Тема сочинения «На кого я хочу быть похожим». Начали, Ганжа. Думайте. Ты на кого? Семенович, вы на кого? А? На министра промышленности. Легкой. Легкой. Тише, не болтайте. А я вот хочу на Льва Ивановича, а? Так он Лев Николаевич. Кто? Толстой. Не, на Льва Ивановича Яшина. А кто это? Мы знаем многих людей, которые достойны подражания. Светлана Афанасьевна, а вот я вам нравлюсь? Ганжа, вы мне понравитесь только тогда, когда напишете сочинение на 5. Буду стараться, Светлана Афанасьевна. Нестор Петрович! Вот вам карандаш, ставьте отметку сами. Оп. Вот я, Григорий Ганжа, оп, да? Взрослый оп человек. Оп. За завод волейбол играю. Сам гитару освоил, куда же не крутить? По самоучителю? Да. Девкам, понимаешь, опять же нравлюсь. Так почему же я, Григорий Ганжай, должен быть на кого-то похож? Разве я не прав? Гриша,
Научи меня на гитаре играть, а? Слушай, я ведь тебе от души говорю. Получите! Пора. Вот. Вот я, Григорий Ганжа. Что, я плохой человек, да? Ведь ты же меня знаешь. Конечно. Ну вот, подожди. Помнишь, Петька пришел и говорит, займи. Че, я ему не занял, да? А я-то на костюм собирался, чтобы в ЗАГС идти-то, да? А Петька попросил, и я все отдал. Че, я плохой человек? Нет. Че, да? Хороший. Во. Подожди. А? Нестор Петрович. Устали. Точно после битвы Куликовой. Но ничего. Легер ком легер. На войне как на войне. Нестор Петрович, идите-ка домой спать. И завтра снова в бой. Нет, нет, у меня... я не пойду, у меня здесь еще дела. Ну да. Ну, а я домой. Салют! Нина Петровна, можно маленький вопрос? А, Ганжа, привет. Привет. Нина Петровна, вот я вот Григорий Ганжа, так? Я рабочий человек, я ни разу не разводился. Я играю в волейбол, я играю на гитаре, так? Я активный член профсоюзов. Я из мелкашки выбиваю 50 на 50. Почему я, Григорий Ганжа, должен быть на кого-то похож? Ответьте мне. Домой, Ганжа, домой спать. Завтра снова в бой. Ганжа, голубчик, как же так? Вы даже толком не знаете, что такое крекинг-процесс. А работаете где? На нефтеперегонном заводе. Может быть, домой. Ну что ж. Тепло здесь у вас. Да и на улице поди не холодно. Может, не холодно. Пойдем. Всякие тут ходят. Жуть. Да? Да. Ну все. Чего, иди. Иди, иди. Сколько можно ждать? А зачем ждать? А как же тебя могу бросить? Район глухой, должен тебя кто-то проводить. А ну, пойдем. Ты вообще меня не бойся, я тебя вразумить хочу. Чего молчишь? А ты что, расстроился из-за школы? Зря. Ты не обращай на меня внимания. Иной раз, знаешь, наработаешься за смену. Разрядка-то нужна рабочему человеку. Если б только из-за школы. А чё? Женой поругался? Нет у меня жены. С мамой, с папой? И родителей нет. Сирота? Сирота. У тебя другой профессии нет? Педагогика – мое призвание. А, призвание, понятно. А может, ты брось все это дело, а? Завелся я сначала на тебя, а потом посмотрел, жалко стал, что-то суетишься, кричишь. Зачем тебе это нужно-то? Значит, нужно. Нет, мне-то это не очень нужно, а тебе нужно? Это мой долг. Намаешься ты с нами. Один я чего стою, характер-то шебутной, то охота учиться, то неохота. Вот сегодня был в школе, а завтра увидеть уже не приду. Скучно стало. Веселый я человек, понимаешь? Значит, ты эпикуреец. Как сказал? Ну, веселый, не унывающий человек. Точно, это я. Человек, который живет только сегодняшним днем. Во, и это я. О чем мне думать о завтрашнем дне? Завтра придет, завтра и буду думать. Ты что думаешь, я тебя не понимаю? Мне однажды тоже, в общем, грустно было.
целых 10 минут, потом прошло. 10 минут это много. Да? У тебя да. Небось меди, ну-ка, во, полный карман. Если я тут возьму 3 копейки, не будет рубля. А у меня с ним полный рубль. Ясно. А зачем тебе рубль, солить, что ли? Впрок. Думаешь, я пить хочу? Не, только впрок. Жаль, только жизнь одна. Было у меня их 3, 3 б зарплат получал бы. Набирайся уму! Петька. Чё? А может еще? 8-й стакан. Не, ну ты подумай, бесплатно ведь. Ну? Да не, ну. Ну, а? А? Ну ладно, давай. Вам же плохо будет. Моя вода. Хочешь выпить, так брось свои деньги. Он же лопнет. Не лопну. Да в него цистерна войдет, бесплатно ведь. Ой. Ну, чё? Петька, еще? Давай завтра. Да? Да. Ну смотри. Ну? Замазано. Алло, 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 алло. Не расплескай. Осторожно. Ну ладно, мне сегодня в ночь. Ты уж извини, что я тыкаю, ладно? В школе это другое дело, тут мы свои. Правда? Правда. Ну пока. Себя вести в культурном обществе. Ты кушай, кушай. Как ты сегодня с женщиной обращался? Ты же ударил в присутствии мужчины. А что же? Я своему ребенку по заднице не могу дать? Я уже не ребенок. Я давно молодая, интересная девушка. Что ты наварил? Каша с мясом. 2-й категории. Нелли, я же не могу тебя до старости с ложки кормить. Неудобно. Да что тебе пора понять, что в твои годы уже не бегают в школу? Твое присутствие меня шокирует. С этого дня я тебя запрещаю туда ходить. Соседи, что за шум в благородном семействе? Нелька буянит. Влюбилась? Я? Знаем, 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 знаем. В кого? В учителя нового. Видал? А что за малый? Да что ты его слушаешь? Влюбилась. Подумаешь, маленький какой-то, невзрачный. Ага. Точно, влюбилась. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю,
к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь, не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Кто ошибется, кто угадает. Разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным. Черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Черное белым, белое черным.